Новый бланк СЗВТД. Инструкция по заполнению. В этом видео подробная инструкция, как формировать коды выполняемых функций из ОКЗ, общероссийского классификатора занятий, которые будут введены в форму с 1 июля 2021 года, а также как корректно заполнить СЗВТД. Как всегда, все меняется. ПФР опубликовал новый бланк СЗВТД, порядок заполнения и электронный формат. Что же нового с 1 июля 2021 года в СЗВТД? Канал «Предприниматель Инфо». Под видео в описании вы можете посмотреть и скачать обновленный бланк, где появившиеся графы и строки отмечены желтым цветом, а также сам бланк. Инструкция по заполнению. Графу «Код выполняемой функции» нужно будет заполнять кодами из общероссийского классификатора занятий ОКЗ. Это кодовые обозначения работы сотрудников. Условие, обязательное для всех страхователей, организаций, работодателей, вне зависимости от того, применяют они профстандарты или нет. Общероссийский классификатор занятий включает перечень классификационных группировок занятий и их описание. В нем используется иерархический метод классификации и последовательный метод кодирования. Код группировок занятий состоит из одной, двух, трех или четырех цифр, которые соответственно относятся к основной группе, подгруппе, малой группе и начальной группе. А в СЗВТД код выполняемой функции состоит из пяти цифр в формате 4x.x, где первые четыре знака – код группы занятий из ОКЗ, пятый знак – контрольное число, которое указано рядом с кодом группы в ОКЗ. Чтобы внести код по сотруднику в отчет, нужно сначала его определить. Для этого нужно найти: первое – основную группу занятий в ОКЗ, второе – вид занятий с учетом более глубокой специализации. Пользоваться ОКЗ можно на сайте, который вы видите на экране. На него вы можете перейти по ссылке, которая размещена под видео в описании. Пример. Квалифицированные рабочие промышленности, строительства, транспорта и рабочие родственных занятий – это группа 7. Нажимаем на нее. Число ее дочерних кодов – 5. Необходимо найти специализацию сотрудника в этой группе. Пусть это будут рабочие в области электротехники и электроники. Нажимаем на пункт. Затем смотрим уточняющие коды и выбираем «Монтажники и ремонтники электронного и телекоммуникационного оборудования». Нажимаем на эту подгруппу. Затем выбираем, кто нам нужен – «Механики или монтажники». «Монтажники и ремонтники по обслуживанию ИКТ и устройств связи». Это начальная группа, у нее нет дочерних кодов. Код этой начальной группы по классификатору – 7422. Контрольное число – 7. В отчете СЗВТД нужно указать код таким образом – 4x.x. Получается 7422.7. Второе. Также новым разделом будет «Сведения о работодателе, преемником которого является страхователь». Он внесен для права преемников работодателей, снятых с учета. Его заполняют, когда нужно представить или скорректировать сведения о трудовой деятельности работника, которые ранее подавал снятый с учета работодатель. Третье. Появилась и новая графа 4 и коды для работников Крайнего Севера. Если работник относится к категориям «работа в районах Крайнего Севера», «работа в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера», в графе нужно поставить код РКС для районов Крайнего Севера, МКС для приравненных местностей. Четвертое. Еще очень важно, что удалена строка «отчетный период». Теперь на новом бланке не нужно указывать период, за который подается отчет. Подробно об изменениях в СЗВТД сказано в постановлении правления ПФР от 27 октября 2020 года, номер 769-П. Посмотреть и скачать его можно под видео в описании. Если кто-то еще не сталкивался с СЗВТД, поясню, что это отчетность, которую ввели по причине постепенного перехода с бумажных трудовых книжек на электронные.
Теперь пенсионный фонд фиксирует сведения о трудовой деятельности и стаже работников в соответствующем электронном ресурсе. Как заполнять СЗВТД и как его сдавать, вы можете прочитать в статье на нашем канале в Дзене. Ссылку вы видите на своих экранах, а также можете перейти по ней под видео в описании. Жду ваших подписок, друзья!